Здравствуйте. Вы смотрите «Персональный акцент». Итак, завершил свою работу парламент, состав которого был избран в 2014 году. Отметим, что партийное наполнение депутатских кресел в начале этого периода был иным, чем в его финале. Депутатская миграция, которую часто народные избранники выдают за эволюцию, делает свое дело. Неизменным остался только состав фракции партии социалистов. Также неизменными были принципы работы фракции, предлагаемые социально ориентированные законопроекты. Высокий накал противостояния парламентского большинства и оппозиции в лице партии социалистов показал, что власть не гнушается ничем. Мы видели плагиат, когда законопроекты от оппозиции и даже президента просто присваивались парламентским большинством. И все же, чего удалось добиться и какие цели ставит перед собой сегодняшняя оппозиция? Поговорим с председателем партии социалистов Зинаидой Гречаной. Здравствуйте. Здравствуйте. Подошла к концу весенне-летняя сессия парламентская. Сегодня состоялось последнее заседание законодательного органа. И по понятным причинам уже, в общем-то, можно подвести итог даже не столько этой сессии, сколько всем четырем годам работы парламента нынешнего созыва. Вот ваша оценка, как бы вы характеризовали этот период работы этого парламента? Что положительного, что отрицательного сделали молдавские депутаты за прошедшие 4 года? Что удалось фракции партии социалистов? Ну, однозначно на этот вопрос, давайте скажем так, невозможно ответить, потому что, во-первых, этот парламент давно следовало отправить этот состав парламента в отставку. По одной простой причине, потому что такой парламент в таком составе никто не избирал в 2014 году. Вы говорили, что миграция депутатов — это никакая не миграция, это самый простой выкуп. Подкуп депутатов. Поэтому... Хотя я помню пресс-конференцию, на которой было заявлено, это была эволюция. Какая же это эволюция? Ну, если послушать нынешних, которые находятся у власти, нынешних правителей, можно подумать, что вообще мы живем в стране, где уголок рая не что иное, что у нас все хорошо и что мы очень далеко ушли вообще от других стран. Я от одного агентства нашего слышала, что вы, мы уже учим другие страны, преподаем занятия, как явный пример, как у нас хорошо все в Молдове. Я говорю, а от этого, что вы ничем иным не занимаетесь, кроме как разъезжаете по зарубежным командировкам, не занимаетесь, и от этого не лучше нашим экономическим агентам, нашему бизнесу и людям не живется лучше. Никто это не слышит и не хочет слышать. Поэтому чем занимался нынешний парламент? Нынешний парламент, правящее большинство, не делало ничто иное за все эти 4 года, которые как изменяло законодательство либо в парламенте, либо через Конституционный суд, так как им выгодно, чтобы как можно больше оставаться у власти. Вот что делало нынешнее парламентское большинство, искусственное, созданное, потому что даже за такое большинство никто не голосовал. И сегодня, оказывается, у нас в парламенте есть еще партии, которые говорят, что они в оппозиции. Какие же они в оппозиции? Либералы находились все эти 9 лет у власти вместе с нынешним правящим большинством. Либерал-демократы то же самое. У них был целый премьер-министр, и не только один. Поэтому все, что принимали нынешние власти, выдавали бы как то, что хочет видеть народ, то, что они говорят, что это делается все для народа, но как-то это все для народа, до народа-то не доходит. Поэтому мы, фракция социалистов, мы четко следовали, у нас, когда мы пришли в парламент, у нас была своя предвыборная платформа, политическая, экономическая, социальная предвыборная платформа, которым мы руководствовались и шаг за шагом практически реализовывали, предлагали те законодательные инициативы, свыше 250 законодательных инициатив, которые мы за этот период предлагали. В основном это социальные проблемы, в основном это защита бизнеса, чтобы как-то было и экономическое развитие страны, без этого невозможно решать и социальные проблемы. Но власть вместе с тем методично, абсолютно отвергала практически все наши законодательные инициативы. Да, удалось и некоторые провести, но эти, которые они отвергали, что было очень интересно, они дают правительство, как всегда, видят, что это инициатива от социалистов, от фракции социалистов, они дают отрицательный отзыв правительству.
Проходит некоторое время, и те, которые они считают, что все-таки мы идем на выборы, надо было бы все-таки это что-то продвинуть, они приходят и выдают это как за свою законодательную инициативу правительства. Конечно, в таких случаях мы голосовали. Это же для народа делается. Ну давайте политика политикой, но людям что-то нужно делать. Но вместе с тем, даже в этих законодательных инициативах, конечно, они не забывали про защиту своих интересов, либо партийных, либо чисто узких, персональных, чьих-то. Поэтому нынешняя власть делала все возможное, чтобы как-то отдалиться от народа, отдалиться от бизнеса, защищать либо интересы в Молдове своих партнеров внешних и по некоторым позициям вносить внешнее управление, либо защищать свои личные интересы. Вот чем занималась власть. Конечно, неприличные скандалы разного рода. Но Молдова прославилась же кражей миллиарда и прочими другими действиями. Поэтому мне жаль, потому что Молдову могли бы узнать и из-за другого. С другой стороны. С другой стороны. А узнали Молдову больше всего, прославились из-за кражи этого миллиарда, который они сегодня пытаются найти. Пытаются найти, потому что в своих собственных карманах не будут искать. Да. Зина Петровна, весенне-летняя сессия оказалась по-настоящему летней, то есть я хочу сказать жаркой. Очень жарко. Много да, проходило дебатов, заявлений, выступлений. Все же, что удалось этим весной и летом, удалось сделать фракции в рамках парламентской площадки? Во-первых, мы выдвигали очень серьезные законодательные инициативы. И это касалось в первую очередь социальной защиты семьи, это касалось и семейного капитала, это касалось и учебных заведений, и учебников. Вы знаете, что нам даже удалось бесплатные учебники отстоять в Конституционном суде, они никак не могут принять законодательство, потому что власть не знает, что там придумывает. Закрепите это на уровне закона, чтобы не только было решение Конституционного суда. Нам удалось продвинуть некоторые другие вопросы. Мы постоянно поднимали и приглашали на ковер и тех министров, и те агентства, которые должны были предоставить отчетность в парламенте, перед парламентом. Однако мне кажется, что нынешний парламент по сути своей утратил свою функцию парламентского контроля. Они просто не хотят приглашать этих ответственных лиц, которые предоставили бы информацию. Ну, опять-таки же, и то же, что касается кражи миллиарда, то, что касается и нашей экологии, и безопасности, в том числе и безопасности питьевой водой, потому что, вы знаете, те 7 гидростанций, которые хотят строить Украина на Днестре, это может снизить, это снижает уровень. Это практически может нам лишить нас питьевой воды. Питьевой воды, потому что 83% потребления воды для Кишинева, допустим, это из Днестра обеспечивается. Мы этот вопрос поднимали на некоторых международных конференциях. Мы просили в парламенте даже вчера, когда формировалась повестка дня, чтобы пригласили ответственных лиц, чтобы доложили, какова ситуация, в том числе и премьер-министра, почему нет, и министра иностранных дел, каковы переговоры. Все там шито-крыто. Тем более мы знаем, что украинское правительство получило от Берда уже на эти проекты. А что Берду? Берду дает коммерческие кредиты, и все. И он получит свои деньги обратно. Конечно, мы пытались и другие вопросы поднимать, потому что поднимаем постоянно и другие вопросы, что касается внешнего долга, потому что набираются кредиты, и неизвестно, для чего будут тратиться и как будет тратиться, потому что на поддержку бюджетного дефицита, опять-таки, это совершенно нерациональные кредиты. То есть эти вопросы мы постоянно поднимаем в парламенте. И кроме того, я думаю, что мы полностью... Чем занимается наша фракция в парламенте, мы доводим до сведения через наших депутатов в территории, потому что каждый депутат закреплен за определенным территорием. Мы постоянно проводим прием граждан, мы информируем граждан. И, конечно, там, где мы можем, оказываем и юридическую помощь, бесплатную юридическую помощь, и особенно территориальным, не только организациям, и простым гражданам.
где возможно, через различные возможности мы пытаемся помочь и простым гражданам, и, может быть, где-то малообеспеченным социальным слоем населения, на которых власть не обращает внимания, мы их привлекаем это внимание. То есть в этом направлении мы работаем, и я не зря даже американский институт IRI сказал, что самая видимая партия и самая видимая фракция в территориях, по ощущению людей, это опрос Соединенных Штатов, который говорит, что это социалисты, более 60%. Вот и тем не менее, как вы отметили, и как я хочу сказать, видим мы и граждане, которые активно интересуются политикой, тем, что происходит в парламенте, видно, что инициативы социалистов категорически отвергаются, и даже если бы кто-то и хотел бы поддержать в других фракциях, мне кажется, крайне опасаются это делать. И вы поднимали самые разные темы на парламентской площадке. Это кража миллиарда, первыми об этом заявили, рост пенсии, уменьшение тарифов. Но вот буквально накануне, в заседании четверг, опять очередные инициативы были отвергнуты правящим большинством в знак протеста. Фракция покинула парламент. На ваш взгляд, как вы считаете, почему происходит такое отторжение, в принципе, действительно необходимых социально ориентированных законопроектов на сегодняшний день? По одной простой причине, потому что у власти нет дела до собственного народа, нет никакого дела до простых граждан, чем, что они будут делать, как они себя чувствуют. Власти перед выборами обычно всегда принимают какие-то подачки для граждан. И недавно слушали в парламенте на правительственном часе, слушали информацию о Национальной кассе социального страхования по валоризации так называемой пенсии, и где была предоставлена информация, чего стоила эта валоризация, которая проводилась правительством, и которая говорила, что так много граждане выиграют. Во-первых, никакой валоризации до тех, которые вышли на пенсию до 99-го года, потому что они так, как были, так и остались с маленькой пенсией. Во-вторых, когда нам рассказали, что означает эта валоризация, что где-то 200 тысяч наших пенсионеров получили валоризацию пенсии до 10 лей, до 10 лей, вы представляете, что это такое и как они обманывают простых граждан. Ну и, конечно, в конце приняли несколько социальных проектов, потому что все понимают, что идем на следующие парламентские выборы, и власти надо как-то обмануть людей. Но я думаю, что люди прекрасно понимают, чего стоит. Так делалось и в 2014 году, когда дали надбавку к пенсии в 150, а потом в 180 лей, а потом, когда 37 тысяч граждан оказались с пенсией меньше, чем получали до этой валоризации. Поэтому я думаю, что все, что бы ни делали власти, люди прекрасно понимают. Им уже надоело, что их обманывают перед выборами, отдают какие-то подачки с барского плеча или как делает нынешняя власть. Давайте скажем так, что взяли и распределили бюджетные средства на ремонт дорог, да, это нужно делать, это обязанность правящей партии, которая находится у власти, это обязанность правительства. Но зачем же это делать и преподносить как большая заслуга правящей партии? Вы распределяете бюджетные средства, причем вы прекрасно понимаете, что основные инвестиции, которые распределяют тем, которые в местных органах власти, это от Демпартии. А под Демпартию они подвели всех абсолютно, и либерал-демократов, и либералов с некоторых территорий, и наша партия, и все. Наша партия, я имею в виду партию Рената Усатова, не партия социалистов. Просто разными способами перевели их как демократов. Я иногда себе задаюсь вопросом, а они действительно стали демократами, эти даже руководители местных администраций или те работники, которые работают в предприятиях, в государственных учреждениях, которые находятся под правящей партией, или люди в душе все-таки думают другое. Поэтому об этом свидетельствует и рейтинг доверия к правительству, к парламенту. Вы знаете, даже тот, а я опять-таки вернусь к тому соцопросу, который проводил IRI. Самое большое недоверие к парламенту, к правительству.
президент имеет самое высокое доверие к президентуре и к президенту как к политической личности. Поэтому они-то думают, что они подкупают этим самым народ. Или вот вчера проголосовали, должны были проголосовать, проголосовали в парламенте кредит от Европейского инвестиционного банка в 2,7 миллиона долларов на приобретение техники, то есть санитарных машин, машин скорой помощи для территории. Мы в комиссии тоже проголосовали за этот кредит. Это кредит от Европейского банка, который действительно нужен и который один из немногих, который имеет прямое назначение. Скажите, что имеют депутаты-демократы ездить и раздавать эти машины скорой помощи? Вот вы мне объясните, пожалуйста, почему это не делает министр здравоохранения, секретари с Министерства здравоохранения? Почему это не, в крайнем случае не делает правительство? Что имеют депутаты ехать в территорию, которая якобы он ответственный, едет, раздает эти машины? Ну, вот объясните, это же бюджетные деньги. Для этого есть правительство. Пусть оно ваше правительство, не знаю какое, но для этого есть люди, которые должны делать. Причем тут демпартия? Причем, в принципе, я с вами соглашусь, это ведь обязанность чиновников. Да, конечно. Исполнять. Ну, кто-то может возразить, что вот и президент после того, как была встреча, вы знаете, с президентом Беларуси, с Лукашенко, когда Игорь Николаевич вот ту технику, которую по поручению президента Беларуси раздавал в территории. Так это же не бюджетные деньги. Это подарок президента Беларуси. Да, понятно, что это личная просьба, личная, это личная просьба, это не бюджетные деньги. Президент же не ходит раздавать то, что за счет бюджетных денег. Поэтому они сейчас, конечно, это все будут выдавать людям и говорить, что это все сделала Демпартия, что это... Ну, это я в территории тоже говорю, люди добрые, да, это все... обязанность правительства, пусть хоть перед выборами что-то сделает, если не сделала в течение 4 лет или с 9-го года ничего конкретного для людей. Ну, как строить дороги и каково качество, ну, я не буду пальцем ходить и измерять, как некоторые делают, да. Поэтому там уже тоже есть вопросы. Есть такая единица, да, есть сантиметры, дециметры, есть еще палец Габурича. Да. Поэтому в этом отношении тоже есть некоторые вопросы, и люди прекрасно это все видят. Да. Хотя, смотрите, я как автомобилист прекрасно знаю, что все мои, ну, будем говорить, сотоварищи по этому классу людей, мы регулярно платим дорожный фонд. Мы вправе рассчитывать на то, чтобы сэкономить на ремонте автомобиля. Мы наоборот тратим. Опять я говорю, это деньги. Обязанность правительства. Это прямая обязанность правительства. Это не какой-то фавор, который делается избирателю перед выборами. Это должна быть обязанность правительства. Причем это нужно делать с самого начала. Они только под конец, когда выборы. Почему же вы в течение всего этого времени это не делали? Была возможность. Можно было делать. Так нет, в течение этого всего времени надо было бюджетные деньги куда-то в другое место отправлять, чтобы потом за эти счет, в том числе и тех денег, которые не попали в бюджет, делать какие-то подачки избирателям. Да, опять же кредиты. Те кредиты, которые набираются. Зинаида Петровна, вот в рамках весенне-летней сессии происходило или было принято парламентским большинством достаточно много нашумевших решений, что, в общем-то, очень привлекло к себе внимание, знаете, самых разных, ну, даже, может быть, тех людей, которые не интересовался политической жизнью, но когда у тебя из подноса кишиневца уходят 4 гектара земли, когда мы проезжали мимо республиканского стадиона и, в общем-то, жили надеждой, что когда-то здесь появится, ну, если не стадион, ну, во всяком случае, какой-то объект культурно-спортивного назначения. Ведь я этот стадион помню еще с, ну, не знаю, далеких советских времен. Я, когда служил в рядах Советской Армии, мы обеспечивали порядок, правопорядок на этом стадионе во время чемпионатов СССР. Команда «Нистра» вошла в высшую лигу, и мы стояли там в охранном обеспечении. Стадион был переполнен, попасть на него было невозможно. Столько, в принципе, интересуются футболом наши с вами сограждане. Тем не менее, смотрите, что происходит. Принято решение республиканский стадион отдать под новое здание для посольства США. Белый дом столько не занимает территории, сколько будет занимать посольство США в Молдове, мне так кажется. И спрашивается, зачем, да, Соединенным Штатам
Вот такая территория в Кишиневе, в центре Кишинева, что построить какой-то региональный центр тут или что? У них же есть посольство Соединенных Штатов и немалая территория там. Я бывала раньше, знаю, что там есть. В чем есть необходимость построить новое посольство и почему не делается это по взаимности? Ну, давайте мы будем просить у Соединенных Штатов, продайте нам 5 гектаров с лишним земли в центре Вашингтона. Или мы, или это наше правительство делает какой-то жест доброй воли в адрес своих партнеров из Соединенных Штатов, которые их курируют и которые говорят, что вот вы хотите, чтобы мы вам помогали, в том числе и в борьбе против, не знаю, нашего стратегического партнера Российской Федерации. Вот вы должны нам это уступить. А почему нельзя было сделать хорошо? Постройте нам другой стадион. Постройте нам другой стадион или постройте этот стадион, мы вам дадим землю где-то в другом Кишинев месте. Кишинев-арена, например, какой-то очень хороший спортивный центр. Почему это невозможно было сделать? Нет никаких переговоров, прямая продажа, и я думаю, что это была договоренность, это по настоянию Соединенных, правительства Соединенных Штатов. Ну, я только так могу думать, а иначе зачем? Или что мы хотим... Вот мне непонятно, для чего 5 гектаров земли в центре Кишинева Соединенным Штатам. И если Соединенные Штаты действительно наши партнеры, они будут так поступать? Если, или у них только какие-то совершенно другие свои интересы региональные тут в Молдове? И это совершенно нерационально. Мы критиковали, выступали против этого. И я думаю, вы знаете, что и президент сказал, что не будет промульгировать этот закон. Но вот так, потому что я после этого ездила в территории, встречалась с людьми, и вот они первое, что спрашивали меня, говорят, а это как? Это почему происходит такое? Поэтому я думаю, что они имеют другие договоренности с Соединенными Штатами. И, может быть, и на то, чтобы они сделали перед выборами именно все то, что хотят сделать, и партнеры внешние просто закроют на это глаза. Они могут там что-то высказаться, говорить, но, в принципе, я думаю, что у них есть договоренность, что они на все будут закрывать глаза. Это возмутительно. Ну, понятно. Так же, как и по той арене, которую они собираются возле Ставчен строить, 70 гектаров земли, а оказывается, им нужно только каких-то 13 гектаров, а что будет со всеми остальными, вывезли из сельхозугодий, из хорошей сельскохозяйственной земли, и понятно, что там появится какое-то другое строительство, на котором все остальные зарабатывают, через закон вывели из сельхозугодий, и все. У них все очень просто. Ну, уже аксиомой стало такое понятие, что партнеры Соединенных Штатов – это те государства, у которых нет других интересов, кроме как интересов Соединенных Штатов. И тогда они являются партнерами. В такое государство превращают и Республику Молдова. Не государство в целом, а вот нынешнее правящее большинство именно так и рассуждают. Но ведь это не может повлечь за собой определенные реакции, например, опять же, ну, в стран Евразийского сообщества, Российской Федерации, которые видят, когда здесь, ну, будем говорить, более-менее складывающийся паритет или, в общем-то, желание, во всяком случае, желание президента страны Игоря Николаевича Дадона строительство Республики Молдовы ну, в виде моста между Западом и Востоком. И когда мы видим доминирование каких-то решений в пользу, допустим, какого-то определенного западного партнера, то это, конечно, вызывает, мне кажется, вопросы. Ну, западным партнерам, естественно, этого не нужно, чтобы у нас, и мы это всегда говорили, давайте, Молдова – это маленькая страна, мы должны уметь дружить со всеми и из этого извлекать выгоды для своего народа, для своей страны. А не работать в угоду кому-то или дружить с кем-то против кого-то, как хочет сегодня Запад. А у Запада сегодня комфортное парламентское большинство, и, конечно, они будут им потакать. И вроде бы одни не дают им финансовую поддержку, другие в то же время обязательно обеспечивают им финансовую поддержку. Встречаются, вы посмотрите, как только едет партия демократов и председатель парламента Вашингтона, оттуда сразу нажимают на кнопку и принимаются тут в парламенте такие законодательные нормативные акты, которые вообще
против интересов Республики Молдова. Я думаю, что это комфортное большинство, и, скорее всего, не очень этого боятся. Скоро, скорее всего, очень быстро уйдет в историю после очередных парламентских выборов, хотя мы все время, знаете, что фракция добивалась досрочных парламентских выборов. Мы выдвинули очень много вотумов недоверия за этот период, скажем, с 2009 года в последние. С 2014 года, вернее сказать, выдвинули много вотов недоверия против правительств, против нынешних министров. Благодаря и нашему вотуму недоверия три правительства предыдущих были отправлены в отставку. Поэтому мы постоянно боролись с нынешним парламентским большинством, потому что мы не подались ни на какие уловки, не пошли на коалицию с нынешним парламентским большинством. Им было выгодно затянуть нас в это. А сегодня те, которые постоянно были у власти, кричат, что вот социалисты поддерживают правящее большинство. Как же социалисты поддерживают? Потому что постоянно это говорит. Это говорит и партия либералов, и либерал-демократы, которые постоянно находились с ними у той же власти. Даже не хочу сказать по-другому. В высоких кабинетах занимали правительственные места. Да, и занимали самые высокие правительственные места. А сегодня они кричат, что они в оппозиции. Конечно, в какой же они оппозиции? Потому что мы находимся в преддвериях парламентских выборов, и они понимают, что у них рейтинги самые низкие, политические рейтинги. Поэтому мы должны делать, мы имеем свою дорожную карту, мы имеем свой план мероприятий, которые мы должны в это оставшееся время, и эти законодательные инициативы, которые мы еще будем продвигать, в том числе и в борьбе за государственность Республики Молдова, за сохранение русского языка как языка межнационального общения, которые они вообще, вот нашу законодательную инициативу не хотят ставить на повестку парламента, потому что, видите ли, у них другая трактовка. Кто дал право председателю парламента, чтобы он трактовал закон? В конце концов, это может сделать только Конституционный суд, который тоже трактует закон так, как им выгодно. Не то, что только трактует, но и выдумывает новые законодательные нормы, то, что вообще не должно быть. Ну, под занавес весенне-летней сессии нам, журналистам, так называемые народные избранники от правящего большинства преподнесли подарок. На вот предпоследнем заседании нового парламента было проголосовано новое Кодекс средств массовой информации, так скажу его, примерно кодекс аудиовизуала, или кодекс, который, ну вот как выразились ваши коллеги, депутаты от партии социалистов, станет идеологической и финансовой битой для молдавских средств массовой информации. Действительно, власти, получается, объявили войну неугодным средствам массовой информации? Ну, конечно. Во-первых, вы понимаете, что этот законопроект они продвигали очень долго. Ну и под конец, по заключению весенне-летней сессии, они, конечно, решили его проголосовать, этот проект закона. Мы, кстати сказать, вчера предлагали его исключить из повестки дня. И наши коллеги говорили, что заключение, которое есть от Совета Европы, от ОБСЕ, это практически отрицательное заключение, потому что на комиссии профильной, когда обсуждалось, председатель комиссии сказал, что «да нет, у нас есть заключение». Все, можно голосовать в парламенте. Это заключение с английского даже, эти заключения не были переведены. А в принципе в этих заключениях содержится отрицательная виза этому кодексу, потому что нельзя его в таком, по субъективным некоторым, многие субъективные меры, которые принимаются. Кто как захочет, так и будет трактовать. Конечно, они используют его и как политическую, и как финансовую биту, и это будет и цензура. То, что угодно власти пройдет, то, что нет, будут увеличены финансовые санкции. И, конечно, угробят очень многие телеканалы, в том числе, и, может быть, и радио. Канала. Поэтому они делают все, чтобы себя защитить, как-то оградить. Почему они приняли так скоро? Потому что в любом случае скоро состоятся парламентские выборы.
Вот до выборов нужно так, чтобы только вещали с экранов телевидения. Мало того, что многие... Причесать медийное пространство. Причесать это мягко сказано. Что просто удалить из медийного пространства те, которые не угодны им. И, конечно, людям будут говорить, что все хорошо, люди будут понимать, что это действительно не так. Но если каждый день тебе говорят одно и то же, льют грязь на кого-то, на политических оппонентов, люди начинают думать, а может быть, это действительно так. А вы знаете, что, наверное, это не новость, что многие телеканалы просто не вещают в многих наших селах, деревнях, потому что просто их исключили из кабельной сети. Поэтому люди смотрят один канал, показывают там прайм или публику. Ну, вот это только они и видят. Это единственная информация. Такой информационный пузырь образуется, да, в котором они живут. И в котором они живут. И когда людям начинаешь рассказывать совершенно другое, люди, конечно, прекрасно понимают. Но у нас в любом случае у партии социалистов всегда... Самое доступное средство информации это было для наших, в том числе избирателей, не только для наших, для всех информирование. Это, конечно, то, что возможно взять ноги в руки и пойти с газетой и пообщаться с людьми. Поэтому мы используем вот эти возможности. Это самое реальное и эффективное. Когда говоришь с человеком с глазу на глаз, он лучше тебя понимает, чем он просто смотрит в телевизор. Да, и говоришь с ним именно там, где он живет, где он может тем более, показать, что в каких условиях он живет. Если многие имеют доступ ко многим каналам и еще смотрят социальные сети, так у людей вообще в голове думают, ну то, что это происходит, то молодой. Народ у нас мудрый, не надо надеяться, что люди... Можно их как-то, не знаю... мудрость и здравый смысл победят. Зинаида Петровна, вы подвергли жесткой критике так называемую налоговую реформу. Что вызвало ваше возмущение? Чего опасаться гражданам? Ну, давайте скажем, любая налоговая реформа, экономическая реформа делается в начале мандата, политического мандата, а не в конце. Потому что создается впечатление, что когда вот это проводится за 5 минут, голосуется в парламенте и очень быстро за один день утром заседание правительства, вечером уже, после обеда уже в комиссии профильной обсуждается. Никто вообще ничего не понимает, да закон до конца не прочитал. И у меня лично создалось, я на комиссии сказала, а это что означает? Власть думает, после меня хоть потоп? Что это означает? Я думаю, что они руководствуются опять-таки предвыборными какими-то обещаниями, думая, что дают какую-то слабинку. Мы тоже проводили финансовые реформы, амнистию капитала и налоговую амнистию, но мы это делали в комплексе. И эту реформу мы готовили 1,5 года. Мы пришли к уже введению в действие, она начала работать, эти все законодательные инициативы, с 1 января 2008 года. Мы имели определенную цель – привлечение инвестиций в Молдову, прямых инвестиций в капитал, для того, чтобы бизнес как-то развивался и чувствовал себя более облегченно. И мы это делали целенаправленно. И результат не заставил себя ждать, потому что в 2008 году предприятия себе создали очень хорошую подушку. Мы подушку для будущего экономического кризиса, который практически начался в 2009 году. Потому что мы для бизнеса сделали ставку 0 налога на доход. Я предложила им на заседании комиссии в среду, так сделайте что-то, чтобы предприятиям было выгодно показывать свой доход, не только свой фонд оплаты труда, потому что они выше его не поднимут, он есть такой, который есть, я скажу дальше, почему, про фонд оплаты труда. А сделайте для бизнеса реально, чтобы ему было реально выгодно выйти из тени. Сделайте ставку налога на доход, на реинвестированную прибыль, не на выплаченные дивиденды какие-то, а на реинвестированную прибыль сделайте ставку 0. Так нет, они не захотели, говорят, что большие потери для бюджета. А сейчас что? Они попытались чем? Все говорят, что социальные налоги очень высокие. Они попытались отчисления от фонда оплаты труда предприятия. В социальный фонд сегодня были 23%. Они снизили их до 18% на 5 пунктов. Это хорошо. Мы, в принципе, тоже думали тогда это сделать. Просто мы тогда не нашли компенсацию
потерь социального фонда, потому что социальный фонд, вот от этого что делается, это хорошо для бизнеса. Но социальный фонд, то, что сегодня недополучит, а это где-то порядка в год 2 миллиарда лей. Филипп сказал, что всего вся реформа стоит 2 с лишним миллиарда. Мне кажется, что только социальный фонд потеряет порядка 2 миллиардов лей. Он потеряет. Предприятие фонда оплаты труда не увеличит, потому что не созданы новые рабочие места, потому что он не имеет возможности реинвестировать свободно свой доход. Не простимулирован практически. Он не простимулирован. Фонд оплаты труда останется тот же самый. Значит, отчисление снизится где-то в общем сложности в социальный фонд на 2 миллиарда лей. Кто будет это компенсировать? Вот кто компенсирует это? Потому что у социального фонда, так в законе написано, если нет достаточно средств, он... Эту недостачу, то есть этот дефицит должен покрыть государственный бюджет. Откуда в государственном бюджете появятся эти 2 миллиарда, чтобы компенсировать социальному фонду? Получается опять очередное кредитование на проедание. То есть вы понимаете, даже не то, что кредитование на проедание, деньги откуда возьмутся в государственный бюджет? Увеличатся обороты? А как они увеличатся, если налог на доходы останется тот же самый? Сказала, а почему вам не сделать? Потому что они сделали еще одно новшество. Сделали ставку НДС для гостиничного хозяйства, для ресторанного хозяйства 10%. Везде 20% в сельском хозяйстве, для продукции растениеводства и животноводства 8%. А тут 10%, еще одну ставку. Вместо того, чтобы, может быть, сделать единую ставку для всех, может быть, снизить эту ставку до 18% для всех по всей цепочке, и тогда у нас не будет никаких посредников. А то сегодня они простимулировали гостиничное хозяйство. А как будет гостиничное хозяйство для туризма? А как будет туризм развиваться, если нет инвестиций в туризм? Опять-таки цепочка, круговая порука. Но хорошо, сделали эту ставку 10%, а почему вы не сделаете другую дифференцированную ставку для переработчиков? На муку сегодня ставка, на зерно ставка 8%, на муку 20%. И кто выигрывает от этого? Посредники. То же самое подсолнечное масло и многие другие. Переработчики стонут просто, те, которые производят что-то, те стонут. Нет, тем нельзя пересмотреть. И я задала опять-таки им вопрос, где это правительство занимается? Так чем же вы занимаетесь в реальности? Поэтому я думаю, что многие другие... И что касается физических лиц, они попытались... Кстати сказать, для физических лиц мы всегда необлагаемый доход предлагали увеличить до минимума де экзистенции, до среднего прожиточного минимума. Они наконец услышали, потому что это была наша законодательная инициатива. И то, что проголосовали вчера в парламенте, в этой налоговой реформе, есть, что необлагаемые доходы увеличиваются до прожиточного минимума. Это очень хорошо, до 2000 лей в месяц было 940. Но вместе с тем сделали единую ставку обложения налога на доход физических лиц, 12%. Сегодня у нас ставка 7% и 18%. Так вы понимаете, что они делают? Те с низкой оплатой труда, они что-то выигрывают, очень маленькую сумму. Но для физических лиц с большой оплатой труда они снижают ставку обложения с 18% до 12%. Кто выиграет больше всего? Потому что тот, вот чтобы было понятно, тот, у кого маленькая оплата труда до прожиточного минимума, он не будет платить. Это хорошо. Это очень хорошо, мы полностью поддерживаем. Но почему мы не сделаем прогрессивную шкалу обложения налогом на доход физических лиц? Мы предлагали, это была наша инициатива, с 7, 7, 17 и 25 для тех, у кого высокая оплата труда. Потому что те, которые, это функция бюджета, богатые должны делиться с более бедными. А получится, что выигрывают, богатые становятся еще больше, богаче, потому что у них исключается необлагаемый минимум. Yeah. И кроме того, ставка снижается для них с 18 ныне действующей до 12. Здрасте, сделали реформу. Сделали еще больше вот этот отрыв богатых и бедных. И я думаю, кажется, средний класс вообще исчезнет.
Мне кажется, здесь как раз законопроект направлен на защиту в том числе и тех чиновников на государственных предприятиях, которые получают чуть ли не миллионные зарплаты. Вот я когда знакомился, допустим, есть предприятия, которые когда-то еще в 90-е, в начале 2000-х были государственными донорами, сегодня они живут в убытках, но у директора почти миллион. Вот так, и он получит самую большую выгоду, получит, конечно, этот руководитель предприятия. Еще другое, что касается легализации капитала. Очень много отрицательных высказываний на этот счет. Если они хотели сделать легализацию капитала, во-первых, и как-то замазать глаза, сказать, что легализации не будут, не подвергаются доходы, допустим, те, которые были с 1 января 2009 года депутатами, членами правительства, прокуроры, судьи, все это они говорили. Я говорю, а где? Тоже спросила их. А скажите мне, пожалуйста, а что будет с легализацией доходов их родственников? Они попадают под это или нет? Нет, родственники могут легализировать все, что угодно. Я говорю, запишите, до какого колена родственники не имеют права тоже легализовать. Оставили такую лазейку, потому что понятно, что это будет не что иное, как легализация тех незаконно полученных доходов за этот период всеми теми, кто находился у власти. Вот представители Евросоюза уже отреагировали на налоговую реформу. Михалко высказался. И Михалко высказался, и посол Соединенных Штатов, и ФМИ высказались. Но мне кажется, это так, для отвода глаз. Сохранить лицо. Сохранить лицо. Мы тут ни при чем, но вместе с тем вы видите, какое отношение. И они делают все, чтобы только к власти не пришли социалисты. Я думаю, что им этого не избежать. Зинаида Петровна, было ожидаемо, что в конце этой сессии будет принято решение о том, о назначении даты предстоящих парламентских выборов. Насколько я знаю, в повестке дня с утра у депутатов парламента не было никакой ясности, будет ли эта дата. Потом к концу дня, к середине появилась такая дата, как, если я не ошибаюсь, 24 февраля. Вот ваш комментарий всего этого. Вы знаете, я вот это еще раз демонстрирую, что власть, во-первых, боится быть открытой и боится собственного народа. Потому что на заседании бюро, когда мы спросили председателя парламента, почему в повестке дня нет даты назначения выборов, он так ответил очень интересно. Не принято еще решение по этому поводу. Кто принимает это решение? Мы же парламент. Кто должен принять? Совещательный орган, в общем-то. Да, кто должен принять это решение? И, конечно, они пришли очень быстро, видимо, решили, что все-таки назначить дату выбора 24 февраля. Ну что ж, да. Предполагал, что будет в ноябре, насколько каждый подсчитывал, потому что 30 ноября истекает практически срок полномочий нынешнего парламента, и в этот период с 30 ноября в течение 3 месяцев должны состояться парламентские выборы. Мы, конечно, боролись за то, чтобы как можно быстрее состоялись эти выборы. Но вот недосрочные, до 30 ноября. Так давайте хотя бы в срок. Зачем это отдвигать? Они хотят, чтобы как-то выиграть время, чтобы еще сделать какие-то избирательные подарки, предвыборные подарки для граждан. Ну, посмотрим, какие это будут подарки. Я обычно людям говорю, да не смотрите ни на кого, вы все берите, это все принадлежит вам, у вас все украли. И хотя это незаконно, ходить с какими-то подачками. Поэтому я не думаю, что мы мобилизованы, мы были готовы хоть сегодня к выборам, партия готова. У нас все подготовлено для этого, мы можем идти на выборы и заниматься избирательной кампанией. Почему? Потому что мы к этим выборам готовились сразу после предыдущих выборов, после ноября 2014 года. Партия понимала, что если не работать в территории, если не строить партию, системную партию, тогда ничего не получится. Зинаида Петровна, времени немного, но все-таки хочу, воспользовавшись таким моментом, поговорить с вами, услышать вашу оценку или обсудить с вами такие события, которые тоже имеют достаточно весомый резонанс для внутренней и внешней политики Республики Молдова. В частности, тема назначения Дмитрия Казака спецпредставителем президента Российской Федерации по Молдове и Дмитрия Патрушева сопредседателем Молдо-Российской межправкомиссии. Вот ваша оценка этих назначений, чего вы ждете от них, и как изменятся молдо-российские отношения в свете
этих назначений. В принципе, ну, и тот, и другой – это достаточно сильная политическая фигура. Я думаю, что президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин принял мудрые решения по данным назначениям. По одной простой причине, потому что Дмитрий Николаевич Козак знает прекрасно Молдову, он занимался этим регионом в 2003 году. Он, я думаю, что после 2003 года он не упускал из виду, что творится в Молдове, какие политические силы находятся у власти, как идет эволюция или куда катится вообще Молдова назад. Я думаю, что это, ну, не могу я комментировать назначение президента Российской Федерации, которое, но для нас, для Молдовы, для укрепления связи между Молдовой, потому что у партии социалистов всегда Россия была и остается стратегическим партнером, это нужно убеждать всем, и вы знаете, что мы многого добились в этом направлении, в том числе, в первую очередь, это благодаря усилиям нашего президента Игоря Николаевича Дадона. Поэтому российско-молдавские отношения в этом отношении только в этом ракурсе имеют только быть выигрыши, в том числе и в решении, продвижении в решении приднестровской проблемы, потому что это очень важно для реинтеграции страны, для объединения страны. Это нужно нам всем, прошло очень много времени, поэтому хорошо, что не новый человек, давайте так скажем, который, может быть, совершенно не знает, но, наверное, это очень важно для нашего стратегического партнерства. Что бы ни говорили наши проевропейско ориентированные оппоненты в Молдове, это для Молдовы очень хорошо. Конечно, им это будет не нравиться, тем, которые хотят ликвидировать вообще Республику Молдову как страну. А мы будем развивать отношения со всеми странами и, конечно, в первую очередь с Российской Федерацией как стратегическим партнером. В последние недели по всей стране проходили митинги в защиту русского языка. Мы все помним решение Конституционного суда признать устаревшим закон о функционировании языков, где говорится о том, что статус русского языка, то есть наделяется статусом межнационального общения, языком межнационального общения. Акции состоялись практически уже во многих крупных городах Молдовы. Вот партия социалистов поддержала требования участников митинга. И как вы считаете, удастся ли отстоять этот статус русского языка как языка межнационального общения в Республике Молдова? Ведь, смотрите, его распространение на территории страны достаточно велико. Даже вот если взять территориальное объединение Гагаузьерии, где русский язык для большинства, вне зависимости от национальности, в общем-то, является русским, основной язык общения русский. И вот это решение Конституционного суда, мне кажется, ввергло, знаете, какое-то определенное, ну, если не ужас, то, во всяком случае, ну, какое-то гневное состояние относительно того, что это, в принципе, отнять язык, которым ты обозначаешь себя как личность, язык, на котором ты думаешь, и вот тут, мне кажется, далеко идущая цель. Я думаю, что это совершенно неправильно, то, что делает нынешняя власть. Почему она делает так неправильно? Вы что, думаете, что они неосознанно это делают? Все осознанно делается для того, чтобы Молдову ликвидировать как страну самостоятельную, независимую, суверенную, нейтральную, куда-то загнать ее туда на какие-то задворки. А тут использовать территорию Молдовы как какую-то базу НАТО, не знаю, для каких еще целей, для того, чтобы дирижировать и быть под боком у Российской Федерации. Мы зарегистрировали в парламенте законодательную инициативу об изменении того закона, который признали его устаревшим. Ну вот что значит, мне юристы уже опытные говорили, а что означает устаревший закон? Это как? В Конституции США много законов, которые были приняты 300 лет назад, 300. 200 лет назад. И их не признают устаревшими. Их не признают устаревшими, и никого это не смущает. Во многих странах несколько языков являются государственными языками, по 4 языка государственных. Язык русский имел статус языка межнационального общения.
Мы не говорим о другом, потому что изменение статуса русского языка и введение его как государственного языка, я думаю, что это, об этом можно говорить после объединения страны, после реинтеграции страны. До тех пор, я думаю, что это можно говорить. Но вот сохранение этого статуса языка межнационального общения для нас очень важно. Поэтому мы внесли такую законодательную инициативу. Вчера мы требовали ввести эту законодательную инициативу в повестку дня и обсудить в парламенте. Канду даже не захотел председатель парламента ввести ее в повестку дня. Сказали, что юридический отдел прокомментировал, что не может быть такого изменения, и он не может поставить в повестку дня, в политическую повестку дня парламента. Поэтому мы будем и дальше бороться за сохранение статуса русского языка как языка. Не пройдет эта инициатива, зарегистрируем на следующей сессии, в осенней сессии, другую инициативу и будем это продвигать. Но одна треть граждан, которые лишаются такой возможности, это совершенно неправильно. Почему? Потому что они идут на поводу у тех, которые говорят, что Молдова — это не Молдова, и наш язык не молдавский, а румынский язык, и им русский, вообще русский язык — это язык оккупантов. Вы же слышите в парламенте постоянно такие высказывания. Тема русофобии сегодня Почему это им выгодно? Выгодно, они думают, что этим самым выиграют у собственного населения, но у наших граждан. Но я думаю, что граждане Молдовы очень прекрасно понимают вот это. Ну, смотрите, вы назвали Гагаузию, смотрите, бельцы, смотрите, другие север страны, весь народ же поднимется против этого. И вы видите вот эти протесты. Это же не то, что мы поддерживаем эти протесты, потому что люди защищают то, что им нужно в обыденной дорого, жизни каждый день. И поэтому мы считаем, что это совершенно неправильно, даже политически совершенно недальновидно со стороны нынешней правящей коалиции или партии. Ну, я бы даже вот позволю себе классифицировать это как диверсию. Смотрите, языковой вопрос нас когда-то уже поссорил с теми нашими согражданами, которые живут по левому берегу Днестра. И сейчас, да, если продолжать вот в этом же направлении давить на это, это не мозоль, это рана. Практически, то это, в общем-то, уже диверсия. Власть сегодняшняя характера. Наступает на одни и те же грабли несколько лет подряд, и я думаю, что в конце концов шишку себе приличную набьют, если не говорить немножко по-другому. Да. Наша программа подходит к концу, но возвращаясь к теме парламента, народные избранники практически отправляются на каникулы, и следующая сессия стартует осенью. Предстоящий политический сезон, мне кажется, тоже будет таким же горячим, наверное, как и вот... Я думаю, что еще горячее будет. Несмотря даже на осенние температуры. Чего вы ждете от грядущих сессий? Чего ждать нам, простым гражданам? Я думаю, что в этой осенней сессии парламент попытается еще прийти с какими-то предвыборными подачками для граждан. Они не приняли ни проект бюджета на следующий год, не как таковую налоговую политику, что очень странно, они пришли с мини-реформой налоговой, но они как таковую налоговую политику на следующий год, которую должны были обсудить на этой сессии летней по окончанию, вот что нужно было обсудить, они не пришли. Поэтому я думаю, что они еще не сверстали даже проект бюджета. Вполне возможно, что они даже не захотят проект бюджета, но сделают какие-то социальные обещания, покрытия не будет в бюджете. И они просто не придут с проектом бюджета, что не впервые с 2009 года утвердит парламент, будет вынужден утвердить аж в следующем году, на 2019 год. Законодательно сегодня это возможно. Так что вполне возможно, что даже будет по этому варианту, что будет очень сложно начать работать в том числе и всем бюджетным учреждениям и всему бизнесу, потому что они не знают, какие будут ставки налогов. То есть полная непонятная картина в этом отношении. Но вместе с тем власти попытаются делать какие-то предвыборные подачки. Мы, конечно, будем настаивать на продвижении своих законодательных инициатив. У нас разработаны и другие законодательные инициативы.
Мы понимаем, что они очень много скопировали наших законодательных инициатив, я говорила, и те, которые, возможно, мы начинаем привыкать к плагиату, мы привыкаем, но мы каждый раз говорим, что это у нас тоже было. Ну, даже по инициативе президента по нотариальным процедурам снижения, президент из встречи с территорией предложил законодательную инициативу снизить ставки нотариальных действий для по наследству. Нет, выходит Сережа Сырбу, то же самое скопировано, что у президента, и говорит, что вот, это наше, вы что? Нет, то, что сказал президент, неправильно, мы правы. Так хотя бы хватило смелости и признаться чисто сердечно, да, ребята, нам не хватило своих инициатив, мы не смотрим так далеко, мы не общаемся с людьми в территории, вот скопировали вас, давайте проголосуйте. Так не хватает же смелости признаться. Поэтому парламент, обстановка в парламенте будет очень сложная. Вместе с тем, я еще раз повторяю, люди у нас мудрый народ, все прекрасно понимает и понимает, кто и зачем рвется к власти. Потому что правые, которые и то, что произошло в Кишиневе, сделали трамплин для парламентских выборов, я не думаю, что без согласия Демпартии для Андрея Анастасова. Это их проблемы. Многие другие партии, которые появляются, спойлеры, ну что делать? Это политическая борьба. Будем работать. И все же позволю еще один последний вопрос. Вот мы видели, мы наблюдали, как завершились выборы в Кишиневе, да. Выборы градоначальника. Вот допускаете ли вероятность аннулирования результатов парламентских выборов? И что готова тогда делать партия? Власть, во-первых, должна понимать, что парламентские выборы — это все-таки выбор по всей стране, не только в Кишиневе. То, что они допустили в Кишиневе, такое отношение, аннулирование выборов. А при чем тут Ваня Чабан, наш кандидат? При чем тут? Он же ничего не нарушил. Мы обратились в суд констатировать, есть ли нет нарушений со стороны нашего оппонента Андрея Анастасова, который... Почему я говорю, я думаю... Являются ли эти действия нарушением? Являются ли эти действия нарушением? Потому что мы находимся в преддверии парламентских выборов. Так нет, им легче всего было аннулировать вообще эти выборы. Как это понимать? Те нарушения были или не были? Я думаю, что Насас целенаправленно делал эти нарушения в день выборов, и используя всех других официальных и зарубежных лиц для того, чтобы как-то спровоцировать вот такой скандал. Но мы будем отстаивать очень по всей стране. Мы готовим тех людей, которые будут смотреть на этих выборах, будут смотреть в оба, не только в два глаза, абсолютно будут и представители, наблюдатели на каждой избирательном участке. И, конечно, они должны побояться собственного народа, потому что народ свой голос будет отстаивать. Народ будет отстаивать свой голос, если они думают, что им удастся вот так сделать, если не вдруг результаты выборов не понравятся. Пусть они смотрят на опросы и социальные опросы, которые делают в том числе их партнеры западные. Да. Зина Петровна, спасибо вам за эту беседу. Было интересно, было достаточно информативно. Я думаю, что наши телезрители это оценят своими просмотрами. Надеюсь на то, что мы и дальше будем наращивать этот зрительский интерес к нам. И благодарю наших зрителей за это внимание. И вас за вашу работу и за то, что вы охотно принимаете участие в наших телевизионных программах. Спасибо огромное. Телезрителям хотелось бы пожелать, я всегда говорю, и пусть меня не осуждают за это, мудрости и конечно, понимание всего того, что происходит у нас в стране. И очень бы хотелось, чтобы в следующем, будущем периоде избирательном наши телезрители тоже не наступали на одни и те же грабли и не выбирали тех же, которые обкрадывали их в течение всего этого периода с 2009 года. Они поддались обману в 2009 году, потом в 2014 году и еще и в 2010 году. Я думаю, что телезрители уже этим научены. Я хотела бы пожелать всем мира и добра. И, конечно, чтобы все берегли свое здоровье. Оно очень нужно каждой семье. И берегли своих детей, ради которых мы живем. Спасибо. Вы смотрели программу «Персональный акцент». У нас в гостях была председатель партии социалистов Республики Молдова Зинаида Петровна Гречаны. Хочу сообщить, что наша программа на август закрывается. Мы снова с вами встретимся уже в сентябре. Всего доброго.